Также считается, что букве А в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Буква Н в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Буква Ю в этом имени дает гибкость мышления. Человеку с буквы К в имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. В личной жизни они не слишком удачливы. У них может не быть взаимопонимания и согласия в семье. Метафизическое чувство тревоги, склонность к мистике, философии приводят к тому, что эти люди нередко изолируют себя от окружающих и замыкаются в собственном мире. Буква К в имени указывает на большую твердость, бронебойность. Буквенное значение имени во главе с буквой А означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Звук К в имени твердый и колкий, при звучании настораживает, вызывает напряжение. Гласная буква А придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Буква Н в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Внешний человек показывает практичность как ширму для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Значение буквы Ю символизирует упрямство и настойчивость, взрывной темперамент, непредсказуемость, желание выделиться из толпы, стать центром внимания. Носители этого имени отличают замкнутость и упрямство. Им необходимо получать любовь и признание от окружающих. Они обладают развитой интуицией, порой граничащей с ясновидением. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.